Всем привет! На связи культурный центр «Порт», и это пятый выпуск онлайн-модификации нашего культурно-просветительского проекта «Волшебная гора», в рамках которого мы рассказываем о самых знаковых музыкантах Сургута, общаемся с ними и вспоминаем фрагменты их лучших выступлений в культурном центре «Порт». На улице календарная весна окончательно превратилась в фактическое лето, а сегодняшний выпуск посвящен прекрасной сургутской исполнительнице и автору песен Кристине Весне. Поехали! В Сургуте очень много хороших музыкантов, но исполнителей, чье творчество было бы полностью основано на собственных песнях, крайне мало. И Кристина в их числе. Свой творческий путь она начала около 10 лет назад, когда совместно с Миленой Овчинниковой и Александром Влесом они собрали группу «Космос Бэнд». Коллектив в последний год своего существования даже успел выступить в только что открывшемся Центре культурных инициатив «Порт» на акции по фотообмену «Сушка». Лично я впервые услышал песни Кристины в Сургутском краеведческом музее на концерте московской группы «Одно но». После выступления москвичей Кристина взяла гитару и спела несколько своих песен. Не знаю, был ли это спонтанный экспромт, либо на мероприятии предполагался открытый микрофон. Тем не менее, песни произвели на меня очень сильное впечатление. Это было чем-то большим, чем просто песни под гитару. Они выделялись и по мелодике, и по поэтике, и по смыслу. После распада группы «Космос Бэнд» Кристина начала играть одна, и постепенно она стала обрастать отличными музыкантами, которые своими аранжировками дополняли, усложняли ее песни и делали их лучше. Сначала к ней присоединился Иван Уткин на басу, затем добавились гитаристы Александр Пономарев и Алексей Кирюхин, перкуссионист Никита Янчак и в конечном итоге барабанщик Антон Луценко. В культурном центре «Порт» Кристина выступала достаточно часто, поэтому у нас сейчас есть отличная возможность послушать ее композиции, сыгранные в разное время, разными составами, в разных аранжировках. А про сами песни Кристина расскажет вам сама. В конце выпуска мы послушаем две новые песни. Ну и я думаю, самое время приступать к музыке. Кристина, привет! Всем привет, на связи Весна. Рада приветствовать вас хоть и по ту сторону экрана. Спасибо «Порт» за приглашение, здорово участвовать в таком проекте. Хочу сказать спасибо «Порту» за второй дом. Практически все творчество, которое писалось в разные промежутки времени, опробовала себя непосредственно на площадке культурного центра «Порт», за что вам большое спасибо. Спасибо всем сопричастным к становлению такого замечательного места в нашем городе. Сегодня я с радостью вспомню с вами какие-то песни, которые исполнялись на площадке «Порта» в разное время также. И расскажу кое-что об их предыстории. Поехали! Итак, поехали. Первая песня «Силы мысли». Для меня эта песня картина, это песня буйства красок. Может быть, потому что она создавалась в процессе сотворчества с моей подругой, которая художник, художник слова, художник цвета, художник звука. Мы тогда совместно делали проект «Космос Бэнд». Это было порядка 8-9 лет назад. Вот, эта песня родилась, как ни странно, в течение 2-3-5 минут, пока я ждала, собственно, подругу для того, чтобы делать что-то совместное. Просто банальное опоздание привело к тому, что родилась вот такая вот история в виде слов, музыки и какого-то образа, который постоянно претерпевает изменения. Вот. И что еще могло послужить написание этой песни? Понимание того, что мысль имеет материальную форму, пришло ко мне достаточно давно, еще до того, наверное, как
это понимание стало так широко известно, да, и широко озвучиваемо в процессе практики йоги, там, еще каких-то других упражнений, да, эти мысли стали все чаще посещать меня, и то, во что вылилось, это осознание, понимание, можете послушать в следующем видео. Приятного просмотра! Сегодня получилось же сделать солнечный день силой мысли в конце-то сентября. Спасибо. Следующая песня «Довольно жить». Как только ее не называли, «Довольно жить», «Доволен жить». Смысл названия, которое закладывала, как раз-таки в том, что первое слово здесь
«да» с восклицательным знаком, «да» заявление, что «да», каждый волен жить так, как ему хочется, каждый волен жить именно, жить, полной груди дышать и делать то, что вот к чему стремится душа, да, наслаждаться каждым днем жизни, каждым мгновением и нести эту радость в мир. Как родилась эта песня? Она родилась как, может быть, протест предыдущему моему творчеству, да, это было тоже около 10 лет назад. Предыдущее творчество было пропитано какими-то такими грустными, печальными нотами, какими-то антисоциальными текстами. Вот практически никто, наверное, из тех, кто знаком с моим творчеством нынешним, не слышал этого. Вот. Но если очень интересно, конечно, будет, можно будет сделать такой экскурс. Вот. И песня была написана после поездки автостопом, путешествия такого, ну, одного из запоминающихся в моей жизни. В процессе уже, как ехала домой, уже поездом, родились такие строчки по приезду, они были положены на музыку тоже достаточно быстро, как-то так легко в потоке. Вот. Всем приятного прослушивания. Дым в том бурят людей. Безнадежно прячется в окнах стук старых вагонных дверей, стопотом мыслей ютится в стеклах, дни оставлены в зеркала, навсегда озадаченных. Кто ты? Ясность глаз в четырех стенах не закапывай. В сквоте переполненном и смешном легко оказаться бездомным, но сердце хранит планетарный пароль от двери входной в светлый город. Время сползает березовым соком, песня напиться, кувшином родиться. Время сползает березовым соком, песня напиться, кувшином родиться. Каждый доволен жить, небо довольно плыть, солнце довольно греть, люди довольны петь. Каждый доволен жить, небо довольно плыть, солнце довольно греть, люди довольны березовым соком, пить не напиться, кувшином родиться. Время сползает березовым соком, пить не напиться, пить. Итак, едем дальше. Следующая песня «Если сбился с пути». Она писалась 2, наверное, года до того вида, в каком она сейчас существует. Она продолжает претерпевать изменения. Но вначале она имела совершенно иное настроение, вернее, не песни, а стихи, с которых все начиналось. Да? Был написан первый куплет, без музыки, стоял конец ноября, было такое унылое настроение на улицах, и внутри тоже было не совсем весело и вдохновляюще. И стихи были написаны и положены на полочку. Затем случился период, когда я увлеклась фанковой музыкой, музыкой соул,
и захотела написать что-то подобное, как бы, да, что-то в этом стиле, стала пробовать играть это на гитаре, и давай искать, какие же есть у меня стихи, и вот под руку попались, собственно, вот эти вот первые строчки уже будущей песни. Вот, получилось, и положительно, достаточно быстро, легко легли, но песня все равно была незаконченной. Вот, куплет-припев. Далее случилось знакомство с ребятами из Мишек на Севере, которые теперь уже просто Мишки, а на тот момент они были Gold Miners, если не ошибаюсь, но на тот период времени. Вот, мы стали как бы дружить, общаться, пробовать делать что-то совместно, и на одной из репетиций встал вопрос, что песня незаконченная, вообще сырая, нужно ее срочно дописывать. Она была дописана буквально в этот же вечер, вот, так как на следующий день была уже следующая репетиция, нужно было прийти с материалом. Так что спасибо, ребята, за такой вот толчок. Вопреки общепринятому, может быть, мнению, ну, мнению кутующему среди творческих людей, ну, и у меня тоже такое было периодически, что, то есть в ожидании музы, да, вот, а это как раз-таки тот случай, когда ты просто берешь, садишься, делаешь и, как бы, выпускаешь уже готовый продукт, вот. Приятного прослушивания! Можно принимать всяческое участие в песне, подзвучки, там, притопывание, прихлопывание, прищелкивание, поддакивание, поднекивание, все что угодно. Тика-тика-тю-бум-бум-бай, тика-тика-тю-бум-бум-бай. Если сбился с пути мой друг, следуй за мечтой, разбивая тьму вокруг, иди на звук. Буря в стакан не брошена, воплем бездомный псов, волосы сном взъерошены, небу не нужно слов. В час, когда выиск утрачен, крепче ногами стой, звездам за рог заплачен, песню свою допой. Если сбился с пути мой друг, следуй за мечтой. О, класс, девочки придумали на браслетах играть. Тьму вокруг, иди на звук. Тарун-тарарун-ди, тарун-тарарун-ди, тун-дай. Здорово, да, светящиеся гитары? Тарун-тарарун-ди, тарун-тарарун-ди, тун-дай. Луча звезды мгновеньем внутри все озари. Смотри, небес знамение, твой путь благослови. Шагай навстречу дням, плоди бегущим разумом и вглубь внутри себя. Если сбился с пути мой друг, следуй за мечтой и приходи в порт, разбивая тьму вокруг. Иди, иди на звук. Если сбился с пути мой друг, что делай? Следуй за мечтой, yes. Разбивая тьму вокруг, иди, иди на звук. Зарум-дарам-дай, зарум-дарам-дай, ну-дай. Теперь вы.
под звук сердца иди. Иди, иди. Спасибо. Итак, следующая песня «Мой океан». Какие тоже, я только не слышала интерпретации вообще идей, которые заложены в песне, но очень мало кто угадал. Ну, пришло, видимо, время открывать карты. Эта песня была кульминацией моего такого внутреннего пути. Она была написана после продолжительного застоя в творчестве, после глубокого такого погружения в йогу. Я попала на семинар, вот, и на второй день после семинара родилась эта песня, вот, как такой свежий глоток воздуха, глоток энергии, вообще новых сил и принятие самой себя, и принятие вообще того, что происходит. Вот. Большое спасибо этому семинару, учителю и вообще всем, кто поддерживал, поддерживает меня на пути. Приятного прослушивания и берегите всегда своего капитана, свой океан внутри, не расплескивайте его лишний раз и чаще его навещайте. Либо тягучее вот следующее, про океан. Давай. Мы же в порту как-никак находимся, да? Что ты есть, умри, поймешь, что ты здесь, умри, дыхание храня, умри, подымай горя волной, накрывая моря. Дыши в глубину себя. Отличайтесь.
Играла гитара Алексей Кирюхин. Бас-гитара Иван Уткин. Перкуссия Никита Юнчак. Чак-чак-чак. И я с вами, Кристина Весна. Забывайте про свой океан. Выплывайте к нему почаще. И «Обретая себя». Песня была написана в разных вариантах. Тот вариант, который мы слышали ее сейчас, наверное, уже финальный, итоговый, это уже четвертая трансформация песни. Вначале она была достаточно спокойной, такой, может быть, приятной фоновой музыкой. Вот. Все дальше, дальше, по мере событий в моей жизни, да, какого-то переосмысления, она стала приобретать такую окраску, достаточно, может, где-то протестовую окраску, да, может, где-то какой-то бунт внутренний, да, относящийся к каждому, кто ее услышит. Вот. Эта песня как заявление, да, о том, что внутренний поиск, он все-таки нескончаемый, да, и никогда не нужно останавливаться на достигнутом и в плане, не только в плане там, материального, но и в плане внутреннего какого-то мироощущения. И то, к чему ты пришел сегодня, это не значит, что это истина в последней инстанции, да, это поиск бесконечен. Эта песня была написана также в рамках проекта «Космос Бенд» изначально, да, это было, ну, может быть, порядка 6-7 лет назад. И вот та версия, к которой в итоге я и мы пришли, да, там с музыкантами, с разными она исполнялась совершенно. Вот. Та версия, которую я предлагаю вам сегодня послушать, это версия с Антоном Луценко, с барабанщиком. Там еще два гитариста, Леша Кирюхин и Александр Пономарев. И все это было сыграно в таком даже, может быть, неком экспромсе, вот хочется этим поделиться, в рамках мероприятия от Радио Миров, поэтической группировки, в рамках мероприятия «Портал», собственно, на сцене культурного центра «Порт». Приятного прослушивания. Мир освещает звезда.
Мы были все там, росли меж бересты, превращали все. Мы превращали, превращали дыру в свет. Мы превращались, как во сне. Мы превращали дыру в свет. Мы превращались, как во сне. Из ничего, что зовется всем, в мир освещая звезда. Это она управляет всем, да. Я обретаю себя из ничего, что зовется всем, в мир освещает, звезда. Песня, которая не была еще заснята в рамках культурного центра «Порт». Песня была написана как раз-таки на следующий день после концерта Светланы Патрушевой. Также на этой же площадке пару лет назад. Слушаем. Yeah.
музыкальный подарок прозвучит для вас впервые. Он не звучал еще нигде, разве что в стенах студии звукозаписи. Он отправился туда в первую очередь, чтобы порадовать непосредственно автора стихов. Стихи написала прекрасный поэт Ольга Соловей из города Магнитогорска. Ей большой привет и спасибо за такой подарок. На стихи буквально тоже как-то так быстро в потоке стихи налегла музыка. Вот, и родилась вот такая песня. Тебе не скажу, как сильно я люблю. Поехали. Thank you.
Ну а на этом очередной выпуск нашего увлекательного музыкального видеоальманаха подходит к концу. Большое спасибо Кристине за участие в проекте, спасибо за новые песни, спасибо вам, что посмотрели это видео. Всем отличных выходных и до встречи в следующем выпуске. Пока!